Медицина прямо в доме. В новом жилом квартале Первомайского района Минска сегодня открылась амбулатория. Медицинское учреждение с первичными услугами было построено меньше, чем за 2 года. Новоселы жилого квартала в основном семьи до 40 лет с маленькими детьми. Попасть, например, к врачу-педиатру будет не проблема. Здесь они планируют работать в 2 смены. Все кабинеты врачей обеспечены компьютерами, которые подключены к общей сети базовых поликлиник. Связь в режиме онлайн с поликлиниками, возможность выписки электронных рецептов. По республике сейчас принята концепция врача общей практики, она будет повсеместно внедряться. И, я думаю, к 2020 году полный переход осуществится окончательно. Именно врача общей практики, то есть доступность помощи населению повысится. Здесь телемедицина есть элементы просто электронной очереди, и есть элементы просто записи на прием в поликлинику уже непосредственно к специалисту. То есть, соответственно, если он не справляется, направляет к узкому специалисту, и там уже решается вопрос дальше. А первичную всю помощь, которая занимает более 90% работы, оказывается непосредственно здесь. Это очень важно для нас. У меня маленький ребенок, которому 1 годик и 2-му 7. И у нас нет до поликлиники 19-й, нет прямого автобуса. И приходилось добираться с пересадками, что крайне сложно. Поэтому для нас это огромная польза, большой плюс. В данной амбулатории будут обслуживаться более 3000 взрослого населения и около 1000 детей-подростков. Амбулатория является структурным подразделением 19-й центральной поликлиники.